Президенты России и Молдавии сегодня встречаются в Кремле для обсуждения двусторонних вопросов. Первое, на что обратили внимание Путин и Воронин, это явное потепление отношений, возникшее в последнее время. Я рад возможности встретиться с вами, обсудить наши двусторонние отношения. Еще раз поздравляю вас с присуждением вам международной премии за укрепление отношений между православными народами. Это дань уважения вашим личным заслугам. Спасибо большое за возможность встречи. Последние два года наблюдается положительная динамика наших отношений. Мы каждым разом переходим на все большую ступень интеграции. Сегодня мы продолжим обсуждение двусторонних отношений с тем, чтобы еще дальше развивались они положительно для наших стран, для наших народов. Напомню, что за последний год Москва отменила введенные ранее запреты на импорт молдавских товаров. Снова разрешена продажа в России молдавского мяса, фруктов, овощей и вина. Однако, если торговые связи на подъеме, в политике еще существует ряд нерешенных проблем. В частности, приднестровский конфликт. В 2003 году, когда Кишинев отказался подписывать предложенный России меморандум по приднестровскому регулированию, переговоры зашли в тупик. Но вот в последнее время встречи президентов России и Молдавии становятся все более регулярными.